Ну что же, всем привет, с вами Стрэндж, и сегодня я решил сделать такой ролик по The Forest, то есть гайд по The Forest, где найти бензопилу и ледоруб. А, так-то хотел сделать ролик по карте и компасу, но подумал то, что это будет в будущем, и отложу это. А так как последний гайд был в апреле вообще, надо так-то ролики делать, хотя бы чтобы не забрасывать канал. Надеюсь, вы поставите свой лайк и подпишитесь на канал, а я приступлю к гайду. Ну и что же, ориентиром нашим будет кратер, как всегда. Кстати, птичка села. Ну и идем вот в этом же направлении, как и в позапрошлом ролике про The Forest. Это где найти катану вроде, да? Вот как раз это катана. Идем туда, в ту сторону просто. Видим вон то поселение аборигенов. И сейчас мы должны пойти вон в том направлении. Сейчас я как раз туда и пойду. Так, вот отсюда, получается, мы идем вон туда. Видим вот эти вот палатки. И как раз это вот и есть та самая пещера, куда нам и надо, чтобы найти бензопилу и ледоруб. Так, все, мы здесь, получается. Нам надо, получается, пройти вот сюда. Сейчас она пропадает. Проходим вот сюда. Так, готово. Ну, это отметка... Я не помню чего, правда. Вроде бы где находится еще один... Одно место для оружия. Так, берем катану. И пошли вот сюда. Сейчас будет неприятный звук. Сейчас, где вот сюда? Вот здесь должен быть. Да, он есть. Все, мы, получается, прошли. Здесь люди, здесь можно взять денег. Там много чего интересного есть. Здесь всякие штуки, которые мне не нужны. А дальше идем вот сюда. То есть вон оттуда мы идем вот сюда. Пробираемся сюда. Дальше идем, 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 идем. Вот здесь вот веревка. По ней спускаемся. Но у меня год мод, поэтому я спрыгну. Мне все равно. Дальше идем вот сюда. Проходим, проходим. И вот тут находится как раз-таки наша бензопила. Где она? Вот она, бензопила. Мы ее забираем. Но у меня есть бензопила, поэтому мне все равно. Здесь веревки, всякое такое, где-то должен быть костер, вот он. А, и вот дальше идут монстры. То есть дальше уже будет сложнее. Надо пройти через монстров. Это получается, идем по левому вроде борту. Вот тут я уже точно не могу вспомнить. Вроде по левому, да? И сейчас мы должны здесь встретить маленьких детей аборигенов. Вот они. Как раз. Привет. Мы их вырубаем. Все, я их всех убил. Дальше, получается, мы должны отсюда выбраться и идти дальше. Ну, еще один забыли про него. Вот, то есть, вы должны здесь найти вот сюда. Вот тут дети. Дети опасные, жестко опасные, поэтому вам надо будет их пробежать всех. И мы выбираемся не туда. Вот сюда идем, получается. Так, так, так. И вот тут вам понадобится динамит. Так, динамит. Вот он. Значит, берем динамит. Берем динамит. Получается, его поджигаем. Закидываем вот сюда. И убегаем. Так, подрываем. Дальше берем заново фонарь. И идем вот сюда. Проходим здесь. Прыгаем опять. И еще прыгаем вниз. Это мы опять проходим. Пройдя здесь, мы идем просто по прямой, и там дальше аборигены нас встречают. А вот как раз они вот тут снизу. Где они? Вот тут должны быть. Вот снизу они. Вот они. Значит, берем
Например, какой-нибудь мозговзрыватель, у меня его нет. Ну ладно. Тогда берем. А, нет, вот. Берем его и кидаем вот сюда. Ну, и они сейчас умрут все. Ну и не понял, что не взорвался. Или взорвался? Взорвался. Ну им все равно как-то было. Ну ладно, давайте уж рукопашку так рукопашку. Ай, больно. Ну, короче, их надо вам убить, либо динамитом, либо же луком, либо же самим пойти. Но тут будут дети, так что их тоже надо придется убивать, они очень сильные. Дальше идем вот сюда. И забираем ледоруб. После мы его так как взяли, у меня он так был, мы можем уходить из пещеры тем же путем, но уже с помощью ледоруба. Так как вам там понадобится в конце это... И как бы все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Стрэндж. Всем удачи, всем пока.